Московские старости. Здравствуйте! Сегодня на нашем календаре 13 июля 1922 года. Газета «Известия». В Туле рефтрибунал начал слушанием дела тульского епископа Ювеналия, иеромонаха Сергия, священника Валяпина, Успенского и других. Весной этого года обвиняемые состряпали чудо с явленной иконой Богоматери на колокольне Казанской церкви. Перед иконой стали служить молебны и собирать пожертвования. Впоследствии оказалось, что икона была подброшена на колокольню церковным сторожем, который во всем сознался. Епископу Ювеналию, кроме того, предъявлено обвинение в противодействии изъятию церковных ценностей, следствием чего явилось сокрытие ценностей церквями города Тулы и уездов. Газета «Последние новости. Париж». Профессор Клемперер заявил, что некоторыми германскими газетами неправильно передано его сообщение о положении здоровья Ленина. Клемперер не говорил, что Ленин находится на пути к полному выздоровлению и что после продолжительного отпуска Ленина можно будет считать совершенно излеченным. Польский посол в Харькове Пулавский подал правительству просьбу об увольнении его с этого поста, мотивируя свое прошение тем, что украинское правительство является в сущности фикцией. В Харькове и по всей Советской Украине правит Москва, поскольку она вообще правит и оказывает влияние на сатрапов местных советов. Отставка Пулавского принята, и, вероятно, посольство будет заменено консульством. Газета «Правда». Ввиду полученного от Германского министерства почты и телеграфов приглашения принять участие в международном конкурсе телеграфистов, нарком Почтель, придавая большое значение этому конкурсу, постановил создать особую комиссию для выявления наиболее выдающихся специалистов в этой области, для чего в первых числах августа в Москве будет устроено состязание телеграфистов, победители которого будут за счет нарком Почтеля отправлены в Германию. Газета «Советская Сибирь». В ночь на 3 июля на станции Новониколаевск была совершена кража багажа у проезжающих 6 красноармейцев. Потерпевшие бросились по горячим следам, которые привели их на Омскую улицу, дом 5, в квартиру Дружинина, где они и обнаружили часть своих вещей. Потерпевшие учинили самосуд, убив из револьвера Осетрова, избили Осетрову и Дружинина. Из обвиняемых в убийстве Осетрова задержан пока только один красноармеец Крутелько. Об этом писали газеты 13 июля 1922 года. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. Московские старости. 100 лет тому назад.